Местные власти перевели еще 30 населенных пунктов на режимное водоснабжение или подвоз воды. В Крыму власти перевели на режимное водоснабжение или подвоз воды еще 29 населенных пунктов. Об этом заявил глава подконтрольного России предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов. На заседании сообщает Крым. Реалии в понедельник 21 сентября. На утро сегодняшнего дня 29 населенных пунктов переведены на режимное водоснабжение или на подвоз воды в связи с тем, что дебет в скважинах, скажем так, исчез. Но я все равно планирую кое-количество машин с емкости к завтрашнему дню притащить в симферопольский филиал, чтобы им подстраховать районы, в которых не смогут дотянуть мои коллеги, сказал Баженов. В то время конкретные названия населенных пунктов во глава воды Крыма не уточнил. Напомню, с 24 августа в Симферополе и 39 ближайших населенных пунктах начали ограничивать подачу воды. Режим экономии может сохраниться до марта 2021 года. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина может возобновить поставки воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы на полуострове. По словам премьера, поставки воды возможны исключительно для украинского населения полуострова. Симферопольское водохранилище высохло и поросло травой.